Милуоки Бакс прервал 8-матчевую победную серию действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Golden State Warriors, разгромно в гостях обыграв калифорнийцев со счетом 134-111. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Милуоки Эрик Бледсо. В его активе 26 очков, 4 подбора, 6 передач и 1 перехват. Форвард гостей Янис Адетокунбо набрал 24 очка, а защитник Мальком Брогдон – 20. У Golden State больше всех очков, 24, набрал защитник Клей Томпсон, Кевин Дюрант – 17. Golden State потерпел второе поражение в сезоне, однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 22 очка. Милуоки второй на Востоке с 20 очками.